сезоне 2009-2010 годов перед Олимпийскими играми. На Олимпийских играх она была 10-я, если вы не помните. Затем на чемпионате России она занимала 5-е место. Была в шаге от пьедестала на чемпионате Европы. Ну и в этом году пока что без призов. Друзья, это было здорово, и это было мощно и по-взрослому, и классная музыка, я вам хочу сказать. Это, я подглядел быстро в интернете, это Ашрам, такая группа скрипично-струнно-фортепианная, созданная итальянцами Серджио Панарелло и Луиджи Рубино, которые создали вот этот музыкальный проект. Постановку делал, если верить официальным документам, в этом году Илья Вербух и Ольга Глинка, хореограф, который работает постоянно с Евгением Рукавицыным. То есть сейчас она в Санкт-Петербурге тренируется именно с Евгением. Вот она сделала каскад из двух тройных тулупов. Итак, для короткой программы, конечно, все. Это Ридбергер тройной, тоже чисто. Аксель чисто, вращение. Все очень эмоционально и хорошо так шло по нарастающей. Ну, как, собственно, и требует вот эта короткая программа. За 2 минуты 50 секунд лучше, конечно, чтобы все развивалось. И кульминацией к концу программы это...
потрясающий вес. И программе, и постановке в произвольной лучше, чтобы была трехчастная форма. Быстро, медленно, быстро или как-то еще наоборот. А здесь ты все время движешься вперед, 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 и это завораживает. Такой выплеск энергии. Когда она делала затем еще Бильман в конце, там, конечно, скорость упала, и я даже не уверен, что она в Бильмане сделала два положенных для позиции оборота. Ну, это, как говорится, к судьям, а потом обратно туда к тренерам и постановщикам Евгению Владимировичу и Ольге Германовне, с которыми она работает. Классно! В таком стиле просто молодец. Раньше, как вы помните, это дочка знаменитых фигуристов Ларисы Селезневой и Олега Макарова. Работала с Виктором Петренко.